Чуба-дуба-дуба, пода-па-па. Ее. Кря. Всем добра, дорогие друзья, с вами Види. Сегодня мы поиграем с тобой в Гренни, потому что вышло обновление. Здесь вышло новое обновление, насколько я понял, вы мне, братцы, понаписали, что есть какой-то подвал дополнительный. В этом подвале у нас есть что-то, у нас также есть что-то, и в этом что-то есть что-то. И с этим что-то можно как-то через что-то взаимодействовать. Понимаешь, Дим один. По-моему, даже шрифт обновили, но вот в этом я не уверен. Если вдруг игра будет лагать, то ты меня прости, у меня просто компьютер слабый, нормально я так не купил. Окей, мам, подставь лайк и подпишись. Я колдун. Так, ну просыпаемся мы в стандартном месте, ничего тут новенького нету. Здравствуй, Дуська! Здравствуй! Как мы давно с тобой не виделись. Давай сначала по стандарту пройду. Хотя нафиг мне ходить. Мы с тобой хотим пойти посмотреть что? Мы хотим с тобой посмотреть новую локацию. А новую локацию я уже, кажется, знаю, как добраться к новой локации. Опа. Здорово, это что такое? Engine part. Это, то есть, часть движка. Так, там у нас Дуська, она нам не нужна. Смотри, как делаем. Ух ты, бляха, мне иногда заедает здесь. Так, отодвигаем. Хорош. И вот где-то здесь, по-моему, вот это вот вы говорили, да? Там вы говорили, что что-то где-то... Да ёпта, меня прям тянет туда, я не понимаю. Да что происходит? У меня мой эмулятор немного тупит, поэтому... Так, может быть, здесь где-то? Вы, по-моему, писали там, где Мишка. Так, ну, где Мишка, я вижу вещи. Где Мишка, я вижу вещи. Вот эта штука? Нет. Ну, батарейка. Батарейка мне не нужна. А-а-а, или я, кажется, понял, где это. Так, слушай, она ко мне сейчас не придет? Да пролезь ты, жирная ты жопа. Дуська сейчас придет, тебя убьет. Да блин, теперь он пройти не может. Ну что такое, теперь я застрял. Серьезно, я застрял. Ну как так-то? Я никогда в жизни не застревал в этой игре, и сейчас застрял. Ну давай, давай, хорош. Так, отодвигай. Отлично. Виндяй проходимство. Так, вот здесь вот, по-моему, должно быть это, да? Вот здесь вот идеальное под это место. Потому что вот, по-моему, вы что-то там кто? Кто-то просто писал про кусок мяса. Там где-то говорил, что есть сосед твой. О-о-о, ни хрена себе. Ни хрена себе. Мне нужен хаммер. Ну, хаммер это молоток. Нам нужен молоток, окей. А тут что? Тут, наверное, просто вещи могут появиться. Давай закрою с собой дверь, чтобы Дуська сюда не пришла. Найсуха. Привет, Дуська! Она показывает. Смотри, какой у меня большой рот. Молодец, горжусь с тобой. Это что? Пустая... Ау! Понятно. Здесь есть ворон, и он плюнул в меня кровью, когда я пытался его покормить. Точнее, забрать у него. Remote control? Что? Я могу взаимодействовать с какой-то вещью сдалека. Мне нужно подобраться поближе. В смысле? У меня от чего-то пультик есть. Понятия не имею от чего, но от чего-то есть. Так, тут что-то у нас закрытое. Что-то закрытое тут есть. Ага, что-то... А, оу. Это та штука, да, о которой вы говорили? А вот это, наверное, мне надо туда выстрелить или... Нет, мне нужно подобраться поближе. Подожди, этот пультик случайно не отсюда? Нет, не отсюда. А чего этот пультик? Блин, столько новых вещей, слушай. Так, ну тут у нас как раз молоток, который нам нужен. Мне кажется, мне нужно собрать либо абралет, либо оружие. Оружие нужно собрать, мне кажется, для того, чтобы вот эту штуку мне, по-моему... Просто вот смотри, дырка там не просто так... В смысле? А! Сюда можно забраться сверху. Понятно. Но это тоже не подходит. Ну окей. Значит, нам нужно с тобой абралет собрать или ружье. Для того, чтобы мы могли стрельнуть туда. Потому что дырка в стене, она неспроста. Если дырка лезет, тогда она не просто так. И в эту дырку, скорее всего, нам нужно будет засунуть свое ружье, свое дуло сюда засунуть, его туда вот выстрелить. Ну, по крайней мере, мне пока что кажется. Я ни у кого не смотрел, ни у кого не видел специально. Я специально не разбирался особо в этой модификации, чтобы первый раз с вами вместе побегать. Привет! Упси. Упси, меня поймали. Ну ладно, мы нашли, короче говоря, новые вещи. Здорово. Что я хочу узнать в этой серии? Во-первых, я хочу узнать, от чего этот пультик. Я думаю, что этот пультик от гаража. У меня вот такое предчувствие, что он от гаража. Поэтому давай мы быстро пойдем, возьмем снова пультик и посмотрим, работает ли он на гараж. Мне нужно покинуть этот дом.
Теперь дверь не закрытая, прикинь. Теперь дверь не закрытая. Бляха, она сразу сюда бежит. Ну что ты за 14-й такой? Сразу сюда побежала. Вот кемпедристка. Дуська, кемпедристка. Ржет сходит. Весело ей. А мне не весело. Я погромче чуть сделал. Так, где она? Она, наверное, опять... А, ты хитрая жопа. Она опять туда пошла, скорее всего, да? Чш. Да чш, говорю. Так, присел, чтоб не задеть. Я уже хромаю. Она мне ноги сломала. Ну, ядрить колотить. Зачем ты мне ноги ломаешь? Так, ладно, нам нужно взять пультик. Пультик находится в той комнате. Так, аккуратненько, аккуратненько. Обошли. Красавчик, красавчик. Так, сюда зашли. Это что такое? Парт шотгана. Ну, смотри, мы нашли довольно много частей шотгана, кстати говоря. Мы довольно много частей дробовичка нашли. Я не помню, где еще. Мы где-то еще видели с тобой. Нормально. Мы где? Я просто слышал, там какой-то скрежет был. Я где-то еще видел части дробовика. Не помню где. Дуська, ты такая смешная прям. Вауи. Так, ладно, обошли. Обошли, пошли. Пошли, обошли. Нормально, 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 нормально. Ковыляй, 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 ковыляй. Ковыляй, ковыляй, ковыляй. Ковыляй, 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 ковыляй. Красава. Так. Мне нужно добраться ближе. Не понял. От чего тогда эта штука? Братцы, напишите в комментах, от чего это, как вы думаете? Вот только давайте вот, не пишите. Она это слышала или нет? По-моему, она это слышала. Я не уверен. Она это точно слышала. Нет, я только нажал ключ. Я только нажал ключ от оружия. Смотри, мы сейчас возвращаемся вниз. Берем с тобой сейчас этот ключик. Берем арбальтур. Как я его назвал? Я не помню, как я его назвал. Короче говоря, арбальтур ловим. После этого идем вниз и попробуем выстрелить всю штуку. Если моя теория верна, тогда она должна открыться. Да блин, дверь теперь вообще не закрывается. Найс. А я рисковый молодой человек. И где она? И где она? И где она? Дуська! Ты где там? Блин, мне надо туда добраться-то, в подвал. Ау, я бы что-то уронил. Нет, ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо, прыжок, давай. Я надеюсь, Дуська все еще не умеет перелазить. Я знаю, старый добрый приколюх. Ага. Тихо-тихо-тихо, ты че, бля? Они ее пофиксили? А? Раньше она всегда ловилась на это. Ах ты жопа хитрая. Она теперь знает, короче говоря, куда я... Они специально сделали... Шарят. Авторы игры шарят. Они сделали специально анти-я. Сделали специально анти-я. Я, короче, всегда Дуську обходил каким образом? Я приходил в этот вот дворик, бегал там туда-сюда, вот это вот теребонькал там к бубенцы. И после этого она прибегала на бубенцы. И я перепрыгивал через окно, и пока она там квашматится, я ее спокойно обходил. Но теперь это не работает. Теперь это не работает, потому что она оглядывается назад и сразу тебя ловит, если что. Специально сделали, видишь? Специально. Так. Да иди ты, иди! Да иди! Ёптють. Так, это вот он. Вот он, ключик. Хорошо. Так, теперь нам надо обойти. И все.
А ты думал, это трудно? Не, это на самом деле не трудно. Ахалай, махалай, Дуська, отваливай. Меня не поймай. Во, нормально. Ахалай, махалай, Дуська, меня не поймай. Ну, это хоть капли похоже на что-то адекватное. Так, ладно, пойдем. Значит, сейчас обходим ее. Идеальнейше ее обходим. Вот эту штуку не теребонькаем. Сейчас бубенцы теребонькать не надо. Я знаю, как я сделал. Я даже гениальнее сделал. Прыгаем сюда. А, это типа, это буквально канализация. Окей, ну, в принципе, логично. Оно здесь и выглядит. Видишь, все такое заржавевшее, такое вот все поношенное. Ну, буквально канализация, да, все адекватно. Значит, идем, поднимаемся. Поднимаемся дальше. Говорим Дуське. Здравствуйте, Дуська. Бляха, меня испугала вот эта штука. Все нормально. Поднимаемся выше. Осматриваемся, чтобы ничего рядом не было. Открываем. Берем. И все. И я король. Можно даже Дуську подождать и вырубить ее. Бам. Дуська. Меня все еще прикалывает, как она падает. Она такая стоит, типа, чё? Чё только что произошло? А, да, я заснуть должна. И все. Так, ладно, давай проверим, работает ли моя теория. Работает ли мое предположение. Если она работает, тогда здорово. Блин, только прицелиться будет не очень удобно, мне кажется. Да, нормально. Я прав. Нигде не смотрел. Если ты вдруг думаешь, что где-то что-то смотрел, то ты не прав. Так, ну вот это вот, мне кажется... Правильно? Это фристрап, да. Это та штука, о которой вы говорили. Вы говорили, что есть какая-то клевая круглая штука, которая замораживает. Так, ну смотри. Ни хрена себе на Луну отправилась. Вот так вот. Все. И что это такое? О, мясо. Нет. О, как громко это. Не, ну мясо мне не надо. Это ж мясо не для ворона, правильно? Ворон не жрет мясо, да. Вороне нужно что-нибудь, типа там, не знаю, семечки какие-нибудь или что-то такое. Так, ну по идее мы тут уже могли пройти игру. О, парень. Что ты тут? А, он себе ногу съел. Он съел себе ногу. Ему стало стыдно, он сломал себе голову. Справедливо. Так, ладно. У меня есть ловушка, смотри. Кидаем. Она на меня подействует, интересно. Это активированная ловушка, я так понимаю. Гениально. Сам себя выпилил. Просто взял, поставил ловушку. Это знаешь, все равно, что человек поставил бы капкан на медведя и потом такой: «Хм, а этот капкан правда работает? Дай-ка я попробую, засуну туда голову. И посмотрим, работает ли капкан или нет. А вдруг не работает? А вдруг нет, а?» Не, ну реально, они убрали эту штуку навсегда, походу, что после второй ночи у тебя... Тебя это... Дуська не выпускает. Что Дуська закрывает дверь, и тебе нужно ее сначала приманить. Нет, ну вроде бы мы посмотрели все. Здорово, я думаю, это очень мудрая мысля. Дуська, это очень мудрая бабуська. Я думаю, что это очень мудрая мысля, но я ее не понял, сори. Ты прям косплеишь моего препода из универа, голос которого никогда никто разобрать не мог. Он вроде говорил что-то умное, наверное, но он говорил настолько непонятно, что она обиделась. Он говорил настолько непонятно, что никто не мог разобрать. Давай проверим тогда с тобой, изменился ли скример. И в принципе, мы с тобой посмотрели все, что хотели для первой серии, нормально. Я хотел тебе в основном просто показать, что здесь новое появилось. Прикольно, правда, я не вижу смысла от этой ловушки, если честно. Смысл от этой ловушки мне неизвестен. Ну потому что, а толку от ловушки? Зачем? Ловушка же не врубает ее надолго, правильно? Ловушку вырубает на чуть-чуть. Опа, аккуратно прошли. Давай попробуем, насколько это заморозит Дуську. Я думаю, что ловушка, вообще-то говоря, бесполезная. Бесполезная. Потому что зачем тебе ловушка, если у тебя есть арбалет? А? Зачем тебе ловушка? Она мясо сломала, ну вот коза. Зачем тебе ловушка, если есть у тебя арбалет, понимаешь? Смотри. Берем. Вот, мы что-то роняем. Кидаем сюда ловушку. Ловушка готова. Подходит Дуська и такая: оп, ловушка, смотри. Ты только не говори, что она его сейчас сама вырубит. А-а-а!
А ты поумнела, Дуська! А ты поумнела, смотри-ка! Да, Big Brain Дуська. О. Не, по-моему, это старое все, да? Нет, это новое. Да, это новая концовка, я ее никогда не находил. Вот ее я никогда не находил. Я знаю, что она была, но ее никогда не находил. Давай, пока. Нет, не надо, не надо. О, нет. Ну, короче говоря. Ну и дура, сломала себе гараж. Ты довольна? Ради того, чтобы меня завалить, ты уничтожила свой гараж. Тебе теперь чинить, радикулит свой портить, спину свою портить. Совсем нелогично действуешь. Совсем нелогично делать свой шут, чтобы меня заставило починить тебе дом, и мне бы приготовил гостинчик. Что ты вообще какая-то нормальная бабушка? Нормальные бабушки кормят людей для того, чтобы они работали на них. А эта бабушка какая-то неадекватная, она убивает людей, чтобы они на нее не работали. Гораздо выгоднее использовать людей, чтобы они работали на тебя и кормить их, как делают нормальные бабушки. Ладно, ладно. В принципе, прикольно. Ну, я бы не сказал, что эта ловушка очень полезная. Но, в принципе, забавно, что она может останавливать, я так понял, Дуську от того факта, что она к тебе придет. Типа, Дуська, ты не тупая. Дуська не тупуська. Она, когда видит в проходе ловушку, она в нее не наступает. Она подходит, смотрит, такая, о, типа, ловушка, и уходит от нее. И все. Но в комнату не заходит в результате. То есть вы в безопасности, пока есть ловушка. Не, ну вообще, если так подумать, то это нормальная вещь. Это нормальная вещь. Так ты можешь себе комнату какую-нибудь огородить и заниматься в ней делами, которыми ты хочешь заниматься. Но... гораздо выгоднее все еще ее пристрелить к хренам. Зачем все это запариваться, если можно ее просто пристрелить? Она восстановится через 2 минуты, но ты снова найдешь патроны, чтобы снова пристрелить. И все. Вот, канализация... Мы, по-моему, там нашли все. В канализации просто немножечко дополнительно новых вещей. И все. То есть маленькая новая комнатушка, в которой есть несколько новых побрякушек. И, в общем-то, все. Кроме этого, вроде бы пока ничего и не нашел. А ворона еще. Ворону мы еще не попробовали, но ворона тоже, знаешь, чисто для того, чтобы... ну, новый предмет собрать. Типа ты ей кладешь корм, она вылетает, скорее всего, этот корм клюет. И пока она клюет, ты говоришь, ха-ха, тупая каркарыч, я заберу у тебя шестеренку. И все. Шестеренку забрал, доволен. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилась эта игра, надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Будем ли мы продолжать проходить Гренни? Честно говоря, не знаю. Ну, посмотрим. Если вам понравится этот видос, тогда буду проходить дальше. Если не понравится, тогда посмотрим. Ладно, ребят, на этом все. Всем пока-пока-пока. До скорого. Увидимся. Удачи.